дождя. Утром еду домой, я на тачках своих, как всегда, выпиваю я рюмку коньяк, чтобы ехать мне было чуть-чуть веселей. Мой коньяк, пью его от души, выпил рюмка один, забиваю другой. Тут сержант из ГАИ тормозит мой машин. Помоги, дорогой, дотащи, дорогой. Дотащи до поста, а иначе каю. Отвечаю, конечно, какой разговор. Прицепляйте к мой Волга, вы свой развалю. И они прицепились ко мне и шаги. 50 километров мой Волга пошел, а я рюмка своя наливал коньяки. Вай, как мне хорошо, вай, как мне хорошо. Помутился мозги, я о девушке вспомнил в своей красоте, оглянулся назад. Вай, Аллах, помоги, вай, винты на хвосте, вай, винты на хвосте. Я прибавил газка, а они не отстал, знают точно за мною, погоня спешат. И я скорость своя нагоняю до ста. Одного не пойму, чем я им помешал, а они все за мной. Вай, какой паразит! Неужели у них больше мощность движка? И уже в микрофон мне кричат: тормози! И мигалка включают на 140. Все к обочинам жмутся у нас на пути. Я 170 выжил и понял, баран, как же мне ведь от них никогда не уйти. Дай попробую их замотать по дворам. И шарахался в сторону с визгом народ. Вай, какие водитель, в милиции пошли. Раз 500 не вписались они в поворот. Все заборы, подъезды и урны смели. Они на 16:00, вай, кого захотели катать по дворам. Я коньяк наливаю, машин торможу, выхожу из салона менять номера. Тут смотрю, что такое, как будто бы гвоздь у машины моей. Вера встал из-за да, пригляделся получше. Вай, да это же гвоздь, ржавый бампер на нем. Вай, какая. И надолго прощай, мой родимый кишлак. Здравствуй, северный город, проклятый ухта. Здравствуй, чертый сухарь и холодный барак. Вот и делай добро этим подлым ментам.